Отлично. Зовут меня Екатерина Сережникова, являюсь золотым директором онлайн-проекта «Бизнеса красота». И сегодня мы с вами поговорим о возможностях, о новых уникальностях возможностей онлайн-бизнеса, интернет-предпринимательства. Вот. И напишите, пожалуйста, в чате, из какого вы города, ребят. Я из города Астрахани. Вот очень интересно, из какого бы города, потому что география нашего проекта, она очень широкая, и началась из Астрахани, и вышла сейчас уже за пределы даже Российской Федерации. Это очень круто, и это возможность именно интернета, об этом сегодня поговорим. Вот Москва с нами, здравствуйте. Рубцовск, Светлана, какая это область Рубцовск? Димитровград, Москва, Орск, да. Отлично. Вот, и сегодня... Алтай, вообще круто. Моя мечта – это Алтай. Одна из несбывшихся мечт, да, еще это посетить Алтай. Потому что там очень круто. Вот, поэтому сегодня, ребят, я вам расскажу о том, какие возможности мы вам предоставляет наш проект, чего вы можете добиться, что нужно делать, сколько можно зарабатывать, какие цели достичь. Вот, давайте поговорим о возможностях. Вот, но, ребят, возможностей много на самом деле. Сейчас 21 век, сейчас огромные на просторах интернет-предложений, согласна? И не всегда эти предложения, они честные, легальные, официальные, законные. И не все выполняют те обязательства, которые гарантируют, так скажем. И нет никаких вообще, в принципе, гарантий. Поэтому, ребят, очень много проектов, на которые просто не нужно тратить ни время, не деньги, потому что очень многие люди в поиске новых возможностей. Но, к сожалению, они на просторах интернета встречаются с финансовыми пирамидами и так далее и тому подобное. Все хотят взять ваши деньги. Ребят, не надо никому свои деньги отдавать, потому что есть такие проекты, как наш «Бизнес и красота», которые бесплатно, на бесплатных платформах, да, бесплатные ресурсы обучают, как зарабатывать в интернет деньги. Поэтому прежде чем отдать кому-то деньги, подумайте, как это можно сделать без вложений. Поэтому наш проект, он без вложений, с огромными перспективами роста. И сегодня я расскажу отвечу на 5 основных вопросов. Как наш проект «Бизнес и красота» может осуществить ваши мечты? В чем смысл этого бизнеса? И бизнес ли в принципе это? Да, что нужно делать? Какие действия? Откуда деньги берутся в этом бизнесе, в проекте, кто помогает в реализации целей и что я получу в результате проделанной работы. На самом деле, это очень 5 важных вопросов. И если вы поймете, ребят, вот эти, получите ответы на эти вопросы, то вы совсем по-другому наш бизнес, так скажем, увидите, и будут результаты совсем другие. Поэтому об этом мы и поговорим. Но прежде чем начинать какое-то новое дело, ребят, нужно задать себе вопрос «Зачем?». Зачем мне нужно учиться чему-то новому? Зачем мне новые возможности? Нужны ли они мне вообще? А может быть, то, чем вы сейчас занимаетесь, оно, в принципе, может реализовать те мечты, которые у вас есть. Вот вообще есть мечты? Кто мечтает? Кто ставит амбициозные цели? Ребят, на самом деле, вот это очень важный момент. То есть нужно себе... Вот мы сами... С вами ставим себе определенную планку. Возможно, невозможно, могу, не могу. Да? А кто эти планки нам поставил, ребят? Мы сами. Мы сами себя оцениваем в определенную сумму денег. Мы сами себя оцениваем в 20, в 30, в 50 тысяч, в 150 тысяч. А может быть, мы стоим гораздо дороже. Вот. А может быть, знаете, как в анекдоте, а что можно было, да, не буду сейчас анекдот рассказывать, вот, но... А что можно было? То есть мы даже не предполагаем, что на самом деле в этом мире, в этом бизнесе, ну вообще в этом мире для нас приготовлено гораздо больше, чем мы сами думаем. Вот, поэтому вот зачем? Вот это очень важный вопрос, на который вы должны ответить себе. А уже как делать, что в интернете делать, это уже, ребят, второй вопрос. Поэтому вот вы знаете, зачем вы пришли сегодня на презентацию. Зачем, если вы смотрите в записи сейчас, зачем вам смотреть, целый час тратить, чтобы услышать то, что я хочу вам донести? Зачем?
Может быть, вы в поиске, может быть, вы мечтаете о собственном большом доме, может, вы мечтаете о доме у моря, то есть мечтаете в доме у моря. Я, например, мечтаю в доме у моря. Хочу переехать в Сочи, в красивый, шикарный свой дом. Да, хочу жить на море. А, может быть, вы мечтаете о машине класса люкс. Может быть, вы мечтаете 3 раза в год путешествовать вместе с семьей за границу, по России, неважно. Может быть, есть город вашей мечты, куда вы не можете сейчас поехать. Может быть, вы хотите одеваться в брендовую одежду. Может быть, вы хотите получить образование в Европе. Может быть, вы хотите образование в Европе дать своим детям. А почему нет? Да? Повышайте свою планку, свои желания. Мечтаю, да, 3 точки. О чем мечтаешь? Зачем? Зачем тебе это? Да? То, о чем ты сейчас, допустим, говоришь. Зачем оно тебе? Вот. Поэтому, ребят, и все наши мечты, они стоят чего? Они стоят денег. Согласны? Финансовая свобода. Очень круто. И вообще, в принципе, слово «свобода» – это то, ради чего мы приходим, да, в этот бизнес-проект, чтобы работать сколько хочу и отдыхать сколько хочу. Да? Поэтому, ребят, вот с этого нужно начать. И когда у вас есть ваши причины «зачем», тогда вас не будет устраивать та реальность, которую у нас государство поставило, привычки, да, то есть нужно хорошо закончить школу, поступить в институт, закончить с красным дипломом, да, и найти хорошую работу. А эта работа к чему вас приведет? К пенсии. Вот когда, мы начинаем об этом задумываться, может быть, в 20 лет я так об этом не задумывалась, но в 21 год уже начала, потому что прочитала книжечку «Богатый папа, бедный папа». Читал кто-нибудь Роберт Киосаки? Ребят, «Квадрант денежного потока», «Богатый папа, бедный папа», который показывает, куда нужно вкладывать деньги, что такое активы, что такое пассивы, и вообще в каком сегменте нужно работать, в каком направлении, что такое работа по найму. Вот она дает понимание, что, ребят, любая работа по найму не делает нас счастливыми, не делает нас свободными, мы отрабатываем, мы меняем свои деньги, понимаете? Вот. И когда ты считаешь, сколько стоит час твоего времени, оказывается, что очень часто час времени стоит 100-200 рублей, да, 1 час времени, а то и меньше. И начинаешь задать себе вопрос, а может быть, я стою дороже? А что будет на пенсии, когда я до нее дойду? Сколько, как я буду жить? Вот. И знаете, даже вот сейчас, да, задавая вопрос, а нужно ли мне это предложение? Ведь работать надо. Ребят, мы не зовем на халяву, сразу говорю. Если вы новички. Халявы, ребят, нет, это бизнес. Мы приглашаем вас строить собственный бизнес. Но нужно понимать, что вложенные усилия, которые ты сделаешь, они многократно тебе принесут просто офигенный результат. Ты не будешь ни от кого зависеть, и у тебя будет и свобода, и деньги, и тебе не нужно будет обменивать, да, свое время на деньги. Вот. Ладненько, пойдем дальше. Просто, вот еще, да, что хотела по этому поводу сказать. Подумайте, да, то есть, вот, если не наш проект, то что? Вот, если вы останетесь на том месте, там, где вы работаете, если вы будете продолжать зарабатывать столько, сколько вы зарабатываете, как изменится ваша жизнь через год? Ребят, как изменится ваша жизнь через год? Вот подумайте, вот сейчас, кто в комнате, что изменится? Напишите в чате. Вот что изменится в вашей жизни, если вы будете работать там же, заниматься тем же, где вы сейчас, вот ничего не меняя. Вот если вам не нравится та картинка, которую вы увидели через год, значит, нужно сейчас брать наши новые возможности, и через год у вас будет кардинально все по-другому. Почему? Сейчас узнаете, когда я расскажу про суть бизнеса и о результатах. Почему я пришла в этот бизнес? Я с детства хотела зарабатывать свои собственные деньги, я хотела быть финансово независимой и уверен в своих детей. Поэтому для меня было всегда очень важно основополагающим это зарабатывать, иметь собственные доходы. Поэтому я с 14 лет работаю, но учась в институте, в университете, я поняла, что это не то, куда я стремлюсь. Этот образ жизни, который мне даст моя специальность, да, работа на заводе, это не то, о чем я всегда мечтала.
я пришла в этот бизнес, например, своей мамы, которая уже в этом бизнесе где-то года три работала уже, достигла результатов. И увидев ее результаты, я, конечно, поняла, что вот оно, вот такой стиль жизни, такие уровни дохода, вот эти путешествия, я этого хочу, это мое. И пришла изначально на деньги, на мечту, потому что сформировалась мечта. Мечта у меня была, да, купить машину. Я понимала четко, зачем мне это надо, какую мне надо и сколько мне для этого нужно зарабатывать. Вот, понимаете, да? Поэтому вот этот вопрос «зачем?», тройное «зачем?», да, оно очень важно. Цель прихода. Что сейчас я имею? Сейчас я имею готовую бизнес-систему и работаю дома. Ребят, я реально работаю дома. То есть мое рабочее место – это компьютер дома, на кухне, в зале, в комнате, в кабинете, где угодно, да, где есть ноутбук, где есть смартфон. И это позволяет мне быть 24 часа в сутки, да, со своими детьми, с семьей, воспитывать, заниматься кружками, воспитанием своих детей. Ребят, я изначально не была готова к тому, чтобы в 5 часов утра вставать и в 7 часов вечера приезжать и видеть детей 2 часа в день вечером. Да? Именно поэтому я пришла в этот бизнес, чтобы был другой образ жизни, чтобы именно когда у меня родятся дети, у меня были и деньги, и время. Вот. Да, я достигла своей мечты, вот этой зелененькой машинки. Это была моя мечта, на которой я ездила 7 лет. Потом она у меня поменялась, потому что возникли новые мечты, новые цели. Я была уже с проектом более чем 10 стран мира. Объездил бесплатно за счет компании-партнера. Ребят, поэтому вот путешествие – это то, что манит очень многих людей, потому что, ребят, люди очень многие за пределы своего города не выезжали никогда. Согласитесь, есть у вас такие знакомые, которые за пределы города или села своего центра никогда никуда не выезжали? А мир такой огромный, ребят, его нужно видеть. Очень много интересных мест, людей и так далее. Вот. Поэтому признание, путешествия, машины, дома, все вы здесь можете и обязаны достигать. Потому что если есть такая возможность, почему другие, а не мы? Вот я всегда так говорила. Если другие смогли, я тоже смогу. Почему другие, а не я? Вот. Ну вот я сказала, да, что вот эта книжечка «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» открыла глаза на то, что не нужно идти по найму. Она даже не столько открыла глаза, сколько она утвердила мое мнение, которое было, сложилось в институте, что работа по найму не приносит счастья, что работать по специальности – это не то, что, допустим, нужно реально, чтобы жить комфортно, обеспеченно и свободно. Вот, поэтому обязательно прочитайте. Вот, возможности нашего бизнеса, ребят, уникальны, потому что можно развивать бизнес, ребят, без привязки к месту, удаленно, в комфортных условиях, будь то дома, как я вам сказала, у компьютера, будь то со смартфона, будь то на море, да, где угодно. Вот, и мы предлагаем бизнес под ключ по всему миру, ребят. Вот везде есть Wi-Fi, везде, где есть интернет, и дома, и на учебе, если вы в институте учитесь, да, либо в университете. Если вы в декретном отпуске, замечательно, у нас очень много мамочек в декрете, которые развивают этот бизнес очень успешно. Напишите, пожалуйста, в чате, какой у вас ваш вид деятельности сейчас, чем вы занимаетесь. Мамочка в декрете, работаете, совмещаете. Очень много у нас партнеров, которые совмещают пока что в начальном этапе с основным видом деятельности. Пенсионеры приходят, ребят. Пенсионеры, либо в предпенсионном возрасте, когда человек понимает, что вот она уже на носу, а чувствуешь себя на 18, а чувствуешь, что потенциал не реализован, а мечты прут, а цели бесшабашные такие, очень амбициозные, вот понимаете? А понимая, что возраст, вот все, пенсия на носу, а не хочется как на пенсию уходить. И вот такие у нас активные люди в проекте, ребят, которые не хотят жить по шаблонам, которые разрывают все эти шаблоны, которые хотят жить по-другому, которые хотят иметь другое качество жизни. На пенсии вот, совмещают, да, очень многие вначале, конечно, совмещают.
И сейчас у нас команда онлайн-проекта «Бизнес и красота», как я уже сказала, объединяет себе партнеров из разных-разных городов, как мы видели. Это и Москва, и Владивосток, и Украина, и Казахстан, и Армения, вот, и Екатеринбург. Очень-очень много городов, потому что партнеров могут быть у нас где угодно, где есть интернет. Компания международная. Вот примеры, факты, да, которые люди всегда хотят видеть. А что, к чему придет? А что я получу от этого? А есть ли люди, которые реально зарабатывают? Ребят, есть. Есть люди, которые, вот, например, Екатерина Гермашева, да, мамочка двоих детей, будучи в декретном, пришла именно на онлайн-бизнес, искала бизнес в интернете. Пришла и за 10 месяцев активной работы дошла до уровня директора интернет-магазина. Сейчас у нее огромное количество партнеров в других регионах. И вот 88 тысяч, да, ее справочка. Ребят, мамочка в декрете, сидя дома. Мамочка в декрете, сидя дома в интернете. Да? Вот я стихами уже заговорила. Заработала 88 тысяч и продолжает получать премии, доходы каждые 3 недели, об этом поговорим. Олеся Дэй, наш директор интернет-магазина из города Москва. Буквально недавно она закрыла это звание, получила премию. Ждем новую бухгалтерскую справочку мы от Олеси. А пока вот ее справочка на 40 тысяч. Зарабатывающая мамочка двоих маленьких деток. Она пришла также, будучи в декрете. Мужское население, да? Мужчины также у нас в бизнесе есть, семейные пары. Кстати, вот Олеся, она представитель семейной пары, они с мужем вместе строят этот бизнес. И мой муж, который в звании директор. И вот у него, видите, справочка на 400 тысяч рублей. То есть накопил он на счету эти денежки и получил единоразово 400 тысяч рублей. Ребят, вот здесь вопрос цены. И когда говорят, ой, интернет, ой, это не мое насколько, все имеет свою цену. 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч не мое, а 200 тысяч тоже не твое, а 400 тысяч тоже не твое. Все имеет свою цену. Вот сколько ваше? Напишите в чате, сколько бы вы хотели зарабатывать. И для вас, например, 400 тысяч рублей – это ощутимая сумма, господа? Мне кажется, это очень классная сумма, ради которой стоит начинать. Да, возможно, ради 20 тысяч, ребят, не стоит начинать, да? А ради 400, 500 тысяч, да? Конечно же, вопрос цены. А что, вот моя справочка, да? И я собственной персоной. То есть официальные справки, которые приходят каждые 3 недели, сейчас расскажу. Напишите, сколько вы хотите зарабатывать, ребят, не стесняйтесь. Вот сколько вы в Вселенную отправите запрос, столько и вы будете в нашем проекте зарабатывать. Потому что здесь карьерный рост безграничный. Поэтому, коллеги, вы видите, да, что у нас глобальный интернет-проект международный, зарабатывающие партнеры, семейные пары, девушки в декрете, пенсионеры, люди, которые работают и совмещают, студенты. Поэтому речь пойдет, ребят, о бизнесе, не о подработке, не о дополнительном доходе, да, не о работе по найму, а пойдет реально о глобальном бизнесе, который может в корне изменить всю вашу жизнь. И если вы этого хотите, то внимательно послушайте, что нужно сделать и чего добьетесь. Наверное, каждый сейчас согласится, да, что возможности 21 века – это, конечно же, интернет-бизнес, это инновационный бизнес. Бизнес, который помещается в ноутбуке. Очень многие мечтают, да, встать с утра и такой постельный бизнес иметь. Да, взял ноутбук и в постели строишь свой бизнес. Никуда не ходить на работу. И это очень круто. Ты лежишь в Таиланде, отдыхаешь и контролируешь свой бизнес, коммуницируешь и управляешь. Вот именно такой вариант бизнеса мы предлагаем. Мы доводим до результата от 40 тысяч и выше. Ребят, нам нужен ваш результат, нам нужны ваши доходы, потому что наша система бизнеса основана на том, что чем больше зарабатываете вы, партнеры, тем больше компания нам оплачивает. Поэтому мы сопровождаем
и доводим до этого результата. Используем только интернет-ресурсы, идем в ногу со временем. И так как интернет очень быстро развивается, мы также стремительно развиваемся, потому что мы очень гибкие. Ребят, и наш бизнес, он без огромных продаж. Наше предложение – это не впаривание, втюхивание, продажи по интернету. Нет, это не продажи по интернету. Не надо ничего закупать, дома складывать. Не надо вкладывать свои деньги в закупку товара в интернет-магазине. Нет, ребят, это неправильный подход. А как правильно, сейчас расскажу. Вот. А почему интернет все-таки? Ну, вы сами понимаете, что сейчас это самый передовой бизнес. Все известные бренды сейчас развиваются в интернете. Мало того, бренды, которые не пошли в направлении цифровом, не пошли в направлении интернета, вот, они уже неизвестны никому. Например, помните такую Kodak компанию? Kodak. Помните, как мы мыльницами фотографировали на эти, на такие вот, я уже даже забыла, как они называются, потом проявляли, потом распечатывали. Помните, вот такие вот мыльницы были? Помните? Вот, кто постарше, помнит. Так вот, такие фотографии даже уже не печатают. И вот компания Kodak, она первая, которая вроде бы цифровые фотоаппараты придумала. Но она не пошла дальше. Понимаете? Она считала, что мы и так достигли, и ничего кардинального не произойдет. И сейчас вы видите, что происходит. Где эта компания? Она не пошла вперед. Сейчас завоевывают рынок совсем другие компании, которые идут в направлении цифровом, идут в направлении развития, идут в направлении интернета. Поэтому и мы, если хотим развиваться, мы должны быть представлены в интернет. Именно поэтому наш бизнес перешел в интернет. Потому что каждый из вас наверняка Polaroid был, наверняка делал покупки в интернет. Напишите, пожалуйста, что вы делаете вообще в интернет? Кроме как кто-то до сих пор, наверное, играет в Одноклассниках в игрушки. Ребят, никогда не играла вообще, да? Ну вот кто-то до сих пор сидит, кошечка там, я не знаю, играет и в карты. А что мы делаем в интернет? Вот вы покупали в интернете, например, одежду, еду, суши кто-нибудь заказывал в интернете, книги, там, ну что еще можно заказать, там, телефоны, Алиэкспресс, да, известный сайт. Наверняка заказывали, да, что-то? Меня вообще хорошо слышно, ребят, потому что вы не отвечаете и как-то с запозданием отвечаете. Вот. ЖКХ. Угу. Оплату производим. За садик платим. Штрафы и все остальное. На самолет, да, туда, оттуда, до Москвы. Все мы покупаем, куда нам нужно лететь, через интернет, ребят. И это уже нормально. Если 5 лет назад... Я сама лично помню, как я боялась пластиковую карточку, там, данные дать в интернет, своей пластиковой карты, что мне там украдут деньги с нее. Вот. То сейчас у меня в сумке практически нет налички. Я везде расплачиваюсь пластиковыми картами и в интернете в том числе. И это уже никого не пугает. Можно даже в телефон, да, то есть отсканировать свое такое приложение, карту и даже ее с собой вообще не носить. То есть взять телефон и все, даже денег не надо, да, то есть все здесь есть. Вот мир идет вперед. Поэтому, ребят, и рынок интернет-торговли, он, конечно, завоевывает первые места по товарообороту, потому что если в 2013 году объем рынка интернет-торговли составил 470 миллиардов рублей, то в 2016 году уже превысил 1 триллион рублей, ребят. Это говорит о том, что там деньги есть, и там нужно строить бизнес, если вы до сих пор еще не верите в том, что в интернете можно заработать, ребят. Не только можно, но и нужно зарабатывать, никого не обманывая при этом. Вот. И что мы вам предлагаем, ребят? Мы предлагаем стать директором своего интернет-магазина и открыть филиал ваш личный в его сети в разных-разных городах. То есть мы открываем филиалы интернет-магазина по России, по странам СНГ и еще 50 стран мира. То есть вы становитесь партнером компании и имеете доступ к глобальному интернет-магазину международного и европейского бренда. А в чем же суть? Суть в том, что
В любом бизнесе, вы знаете, продвигаются либо товары, либо услуги. И люди в интернет делают покупки. Да? Кто-то до сих пор делает товары, ну, покупки в магазине. Да? То есть наша задача перевести поток этих покупателей в интернет-магазин, вот, и создать товарооборот для компании-партнера. И, соответственно, чем больше товарооборот, тем вам больше компания-партнер платит. То есть, понимаете, да? То есть, чем больше товары данной компании, да, будут пользоваться спросом у огромного количества людей, тем больше прибыль у компании, тем, соответственно, больше зарабатываете вы. Вот. Поэтому, ребят, на самом деле очень многие до сих пор покупают в магазинах, да, то есть мыло, мочалки, шампуни, вот. И многие говорят, вот я буду покупать мочалки, шампуни, и это инвестиции, вот вы говорите бизнес без вложений, а я буду инвестировать. Ребят, вот когда мы идем, там, не знаю, в Ленту или в Метро покупать себе товары, мы же не говорим, что мы проинвестировали, мы просто тратим, да, мы просто тратим, покупая товары, которые нам жизненно необходимы. Потому что, ну, мы не можем представить свою жизнь сейчас без шампуня, без мыла, да? Это уже естественно. Вот. Поэтому сейчас наша задача, да, организовать бизнес и организовывать товарообороты напрямую от производителя в интернет-магазине к потребителю, то есть к нам. То есть мы сами являемся потребителями этого товара, покупая напрямую в интернет-магазине. Поэтому, так как мы все равно, понимаете, в чем же идея, покупаем эти товары в рознице, либо в интернете где-то, вот, если мы объединяемся и покупаем у конкретной компании-партнера данный вид продукции, который по-любому нам нужен, вот, то мы на этом еще и зарабатываем. Понимаете? То есть мы строим клиентские сети из покупок для себя онлайн. То есть просто меняется привычка. Идем в магазин не в Ленту, например, да, а в интернет-магазин. Меняем привычку, покупаем в интернете и на этом зарабатываем деньги. Потому что наши личные покупки, они также являются уже товарооборотом вашего интернет-магазина. И вам компания с этого платит. Так вот, ребят, идея классная. Взять, объединить это все, покупки, да, заказывать в одном интернет-магазине и с товарооборота этого интернет-магазина получать деньги, причем очень хорошие деньги, до 10% от товарооборота. Вот, но компаний много, так скажем, производителей очень много. Какого производителя выбрать, какую компанию-партнер выбрать, чтобы обещания были исполнены, чтобы тебе с этого товарооборота реально заплатили, чтобы качество продукта нравилось, да, чтобы ты с удовольствием пользовался этим продуктом. И промониторив все предложения, которые есть в интернет-индустрии, мы пришли к выводу, что компания Oriflame, шведская косметическая компания, это идеальный вариант для интернет-предпринимательства. Почему? Потому что это компания, которая уже 50 лет на мировом рынке. Она имеет известный бренд. То есть нам не нужно раскручивать чей-то бренд, нам не нужно раскручивать чью-то компанию, она уже раскручена. Ее уже люди знают. Понимаете? Бизнес легальный, прозрачный. Не нужно вкладывать деньги, потому что, еще раз говорю, да, покупка шампуня себе домой – это не инвестиция. Вы все равно это покупаете. Вот. Качество Швеции. Ну, ребят, на самом деле, вот кто попробовал, все из 1500 наименований, каждый смог выбрать для себя продукт, который ему понравится. Да, ребят, 1500 наименований. Мне подходит не все. И мне не все нравится, больше вам скажу. Да что-то мне не нравится по цвету, потому что оно мне не подходит. Что-то мне не нравится по текстуре, потому что у каждого свои ощущения. Да? Но просто найти, там, я не знаю, 100 наименований, которые вам нужны для своей семьи, вы всегда сможете. Понимаете?
И плюс категория продуктов wellness. Это витамины, это протеиновые коктейли, это то, что нужно для качественной жизни каждому человеку. Ребят, для качественной жизни, для качественного старения, для вообще здоровья вашей семьи. Вот. Поэтому потрясающее шведское качество по доступной цене. Ребят, товар естественного спроса, он заканчивается. А если у вас он заканчивается, то есть витаминки через месяц закончатся, гель для душа через месяц закончится, вы все равно это будете покупать. И покупая в интернет-магазине, вы создаете тем самым каждый месяц товарооборот. Смотрите, доставка. Очень важно, да, чтобы компания-партнер не только товар у него был, но главное, чтобы он был производителем, чтобы у него были свои мощности, а у компании 5 своих собственных заводов, свой институт по исследованию кожи, свой научно-технический центр, патенты, продукция запатентованная. Вот, то есть есть продукт, но главное, чтобы он еще мог во все вот эти страны, 50-60 стран мира, чтобы была доставка. Да, то есть если позиционируется как международный бизнес, значит, в эту страну должна быть доставка. Хочу сказать, что у компании есть представительство и, соответственно, доставка, логистика, все в 60 странах мира. В России более 5000 пунктов выдачи. В любую точку России можно, в любой точке России можно получить свою продукцию, заказав в интернете. Смотрите. Трудовой стаж. Очень многие, да, хотят официально, законно, все, то есть, чтобы был стаж. Вот. Ребят, мы оформляемся как индивидуальный предприниматель. Естественно, и трудовой стаж, и весь соцпакет, отчисления в пенсионный фонд. Все это есть. Ребят, я ни одного дня не работала по найму. И я знаю, что у меня есть индивидуальный предприниматель с 2013 года. Ребят, я спокойна за свою пенсию, спокойна за свое будущее. Потому что первое, пока у меня будет пенсия, неизвестно, какая еще пенсионная реформа в России будет, и вообще будет ли в то время, когда мы будем пенсионерами, кто будет работать, чтобы нам обеспечивать пенсию. Правильно? Вот. Неизвестно, да, ты можешь работать 40 лет на одном месте на 15 тысяч и получать такую же пенсию, как предприниматель, который себе создал очень классную инвестиционную, да, базу, проинвестировал деньги, имеет недвижимость и на пенсии живет на пассивный доход, припеваючи где-нибудь на Канарах, понимаете, или в Сочи хотя бы. Поэтому я вот такого мнения, что я буду предпринимателем, буду зарабатывать деньги, жить и сейчас хорошо, и обеспечу себе сама достойное будущее на пенсии. Нежели я буду 40 лет работать за 15-20 тысяч рублей, чтобы ждать, когда я выйду на пенсию и заработаю себе 6-7 тысяч рублей, да, на пенсии. Вот кто со мной такого же мнения, поставьте, пожалуйста, что-нибудь там, десяточку в чат. Кто со мной солидарен. Поэтому, ребят, трудовой стаж, отчисление, все это официально идет. Но, поэтому нет необходимости, ребят, сейчас работать 40 лет до пенсии, чтобы ее, там, не знаю, 5-10 тысяч заработать. 17 зарплат в год. Ребят, вот очень многие написали, что вы сейчас совмещаете, то есть вы где-то работаете. Напишите, вот, отлично, спасибо вам, что вы со мной солидарны. Напишите, пожалуйста, сколько зарплат вы получаете на своей основной работе? Сколько у вас зарплат в год? Вот у меня 17. Каждые 3 недели у нас компания оплачивает объемную скидку, так у нас называется зарплата. То есть это у нас нет зарплаты, потому что мы не ходим на работу, ребят. Вот это очень важный момент, да, который хочу донести. Вопрос зарплаты и дохода. Почитайте Киосаки, поймете, да, в чем разница. То есть многие говорят, а в чем разница, какая разница? Большая разница между зарплатой, когда ты ходишь на работу и получаешь, да, стоимость свою. Вот. И доход от бизнеса. Поэтому, ребят, у нас 17, просто мы здесь написали зарплат, чтобы было более понятно, да? То есть объемная скидка. 12 зарплат в год у вас. Угу. А у нас 17. Потому что каждые 3 недели компания оплачивает. Ну, вот у меня у мужа 13, например, еще 13 есть. Вот, если отчет в Москве,
хороший будет, если им дадут. Могут дать, могут не дать. То есть тоже на усмотрение, ребят. Вот. Плюс премия. Напишите, как часто вам на работе дают премии. Раз в год, раз в месяц. Дают ли вообще вам премии? Вот. Здесь помимо 17 зарплат в год дают еще премии. Каждые 3 недели есть премии. Да? То есть есть разного плана. Есть премии каждые 3 недели. Есть премия раз в год, раз в 2 года. Да? То есть раз в полгода в зависимости от своего товарооборота в интернет-магазине. Ежемесячная есть премия. Отлично. Один раз в 3 месяца. Раз в месяц. Раз в год. Супер. Отлично. Вот. Но если, ребят, у кого-то отсутствует, но если вы здесь в нашем бизнесе, значит, этот размер премий, да, и зарплат вас не очень устраивает. Ну и плюс такие плюшки, как участие в банкете директоров раз в год. Буквально в июне едем мы в Олимпийский на банкет. Путешествие в экзотические страны. Ребят, ну вот этот пункт давайте посмотрим, кто по найму работает еще. Как часто вас за границу отправляет ваша компания, ваш начальник? Как часто вам банкеты в Олимпийском устраивают, ну или хотя бы в ресторане где-нибудь? И можете ли вы свою работу передать по наследству детям? Да, то есть вот, наверное, на эти 3 пункта все, кто работает по найму, скажут никогда, потому что это одно из главных отличий, да, работы на себя бизнеса от работы по найму. Поэтому, ребят, задача, как мы уже определились, организация товарооборота. Но можно организовывать товарооборот 2 способами. Либо продажами по каталогу, как очень многие думают, что «Ой, да что такое Oriflame? Дополнительно надо бегать не с каталогами». Да, ребят, много не заработаешь. На апартаменты в Болгарии там, или в Сочи не заработаешь. Вот. Но какой-то дополнительный доход студенты могут иметь, да? Или люди, кому именно быстрый доход нужен. Но здесь вопрос размера, да, этого дополнительного дохода. Я же сфокусируюсь и приглашаю людей на построение организации, ребят, которая основана на личном потреблении. Потому что именно организация многомиллионных товарооборотов в бизнесе дает вам многомиллионный официальный доход. Поэтому это и разберем. Вот, поэтому поймите, что суть бизнеса и наша работа заключается не в продажах, а основана на личном потреблении, на приглашении людей и на обучении приглашенных людей работе в интернет, работе онлайн. Поэтому первый, да, ответ на вопрос, который мы начали. В чем суть бизнеса? Создать большую команду потребителей, которые будут мыло, мочалки, шампуни покупать себе. Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы организовать большие товарообороты. Первое, это нужно научиться. Ребят, вот обучение – это основополагающий фактор успеха. Нужно быть профессионалом, потому что именно профессионалы зарабатывают деньги, да, в своем направлении, много денег, которые делают это грамотно и которые делают это, ребят, не однодневно, а навсегда. То есть, как хорошая фраза есть, хорошо сделанную работу переделывать не стоит, да, то есть, ну, чтобы ее изначально хорошо сделать, ребят, нужно научиться. Вот у нас все обучение проходит онлайн, в режиме вебинаров. То есть сейчас у нас вебинар для новых партнеров, для кандидатов, которые принимают решение начать, не начать, да, то есть. И есть обучение у нас, как приглашать людей, как работать в социальных сетях, как доносить информацию. Всему этому мы учим. Следующее – это приглашение людей. Это, конечно, основа, ребят. Именно большое количество людей, которые покупают, пользуются, и из этого большого количества людей организуются лидерские команды, партнеры ключевые, которые хотят также расти бизнес-предпринимателя. Ну и, конечно, покупать продукцию для себя, пользоваться продуктом фирмы. Очень простое и удобное. Где брать ключевых партнеров? Откуда брать вообще людей? Ну, ребят, на просторах интернета огромное количество людей. Напишите, пожалуйста, в чат, кто до проекта, если вы здесь или если вы новички, у кого есть социальные сети, кто зарегистрирован в социальных сетях, кто сегодня хотя бы один раз зашел в свою социальную сеть, что-то почитать, выставить фотографию,
посмотреть, пообщаться и так далее. Наверняка, да, каждый из вас имеет свою страницу в социальных сетях. Поэтому мы учим, как работать в социальных сетях, а их много, ребят, не только Инстаграм, ВКонтакт, их много-много. Доски объявлений, да, то есть люди размещают резюме, мы им предлагаем вакансию, проводим собеседование и приглашаем в команду. Ну и, конечно, наши знакомые, ребят, наши знакомые, которых тоже может в жизни что-то не устраивать, наши знакомые, которые не знают о возможностях нашего бизнеса, которые думают, как и 15 лет назад, что это каталог и продажи, и все. А на работе что-то не клеится, а в семье не клеится, а денег не хватает. И вот здесь наше предложение в развитии бизнеса будет для них очень актуально. Поэтому, ребята, у нас есть готовые тексты предложений, что говорить, как диалоги вести, сайт, видеопрезентация, вебинары. Ребята, все эти инструменты уже есть. Вы приходите в готовую систему, ничего выдумывать не надо, велосипед изобретать. Да, достигните звания директора, да, интернет-магазина, и тогда можете что-то поменять, усовершенствовать. А пока вы приходите, берите систему ваших наставников, которые кураторов, и делайте по этой готовой системе. И все обязательно получится. Вот о чем мы даем информацию, как подаем. Мы не говорим о том, что «Ой, у нас классная продукция, приходи, покупай, на тебе каталог заказывай». Ребят, нет, продукт классный, но более высокие перспективы вы, конечно же, получите, развивая бизнес. Поэтому приглашаем на бизнес на то, и рассказываем, как можно зарабатывать деньги. Откуда деньги? Как я уже сказала, каждый человек напрямую компании покупает на себе продукцию, причем компания дает 20% скидки на продукцию. И покупка каждого партнера, она создает, да, огромные товарообороты для компании-производителя. Вот компания имеет, соответственно, прибыль, и часть этой прибыли она оплачивает нам с нашего товарооборота. Потому что эти проценты, ребята, они уже заложены в стоимость товара. Понимаете? То есть есть компании, которые дают, рекламируют, я не знаю, свои памперсы на телевидении, свои батончики, там, я не знаю, свои конфеты, свою косметику по телевизору. И за это дает первому, второму, там, центральным каналам очень большие деньги. То есть огромные деньги инвестируются, например, в рекламу, в аренду помещений, в сотрудников, которые работают. Понимаете? Компания наша работает другим методом. У нас нету магазинов, которые надо обслуживать. У нас нет такой рекламы. Мы не рекламируем продукт на телевидении. И эти деньги, которые компания заведомо экономит, она вкладывает уже в наши бонусы, чтобы нам их оплатить, понимаете, за нашу работу. Вот отсюда берутся у компании деньги. И плюс есть инвесторы. Мы, наши акции представлены на Стокгольмской фондовой бирже. Вот, поэтому компания богата, у нее есть деньги, чтобы оплатить за нашу работу, ребят. Вот просто делайте, создавайте многомиллионный товарооборот, вникните в суть, и компания точно вам оплатит. Я железобетонно вам об этом говорю. Поэтому ваша основная задача в этом бизнесе – создавать поток людей. По нашим инструкциям, которые вы получаете после регистрации, да, после регистрации вы получаете доступ к закрытой информации только для партнеров нашей команды. Вот, и проходите обучение. Платят вам процент от товарооборота, ну, соответственно, чем выше товарооборот, тем больше ваш доход. Как мы строим команду? Ребят, изначально мы начинаем строить базовую ветку. То есть весь поток людей, который идет, он выстраивается один под одного, как написано на этом рисунке. Это дает быстрый старт вам, как новичкам, это дает быстрое построение веток, это дает результаты и наставникам, и вам, как бизнес-партнерам. Поэтому это самая сейчас продуктивная и эффективная модель построения нашего бизнеса. Поэтому вы строите это не один, а делаете это вместе с наставником, со спонсором. Все это уже потом.
ну, маркетинг, да, то есть в зависимости от товарооборота вы получаете от 3 до 22%. Поднимаетесь по карьерной лестнице, видите, да, выплаты какие имеете. То есть нужно этот уровень до 22% пройти в ближайшие, ну, 8-10 месяцев, ребят. То есть это уровень директора интернет-магазина, будете получать от 30 тысяч и выше. Вот, и, ну, так скажем, чем быстрее. Можно это сделать и за 2 года, можно сделать за 6, 8, там, 10 месяцев. Это зависит от вашей скорости, насколько вам надо быстро. Вот, ну, с этого только начинается, ребят, 30 тысяч. Вначале мы говорили о вопросе «зачем?», о вашей мотивации, о ваших целях. Вот, и кто-то написал 200 тысяч «хочу зарабатывать», кто-то 300. Вот ищите в графе «доходы», на какой уровень вам нужно выйти. И вы обязательно этого достигнете. Ребят, потолка нет. Просто настолько огромная компания выплаты делает, что ни на какой работе по найму, ну, вы не заработаете официально даже 180 тысяч рублей, ребят. 120 единицы зарабатывают, да, официально на наемном труде, на каких, ну, каких-нибудь очень высоких должностях. Я знаю таких людей, у меня среди друзей такие, ребят, но они живут на работе. Вот вы знаете таких, кто зарабатывает 120 тысяч рублей, ребят, в месяц на наемном работе? Да, этой зарплаты тоже никого не удивишь. Есть такие, но они как их зарабатывают? Они семью не видят, они жизни не видят. Вот, они живут на работе, ребят. Да, но они получают 120 тысяч, они живут там. А чтобы 180 получить, а чтобы 300 тысяч получить? Ну вот, понимаете, это, ну, нужно сколько жить на этой работе. Вот, поэтому, Свет, ну, согласна, живут твои знакомые на работе, зарабатывают такие деньги? Или так вот, легко. Вот. Конечно же, нет. Поэтому, ребят, здесь это возможно. Это бизнес, здесь Свет. Я не говорю про бизнес. Я не говорю про бизнес. Я говорю, Свет, я не говорю про бизнес. Я говорю про работу по найму. Работа по найму, за которую так платят, когда ты ходишь на работу. Бизнес я сейчас не рассматриваю другой, это уже отдельная тема вебинара. Да, то есть, а именно о работе. Оформляются у нас доходы, как я уже говорила, официально, свидетельство ИП, вот, и у нас консультируем по вопросам коммерческой деятельности и управления. То есть, ребят, вот такие справочки бухгалтерские приходят, все официально, в банк перечисляются денежки, и вы на пластиковую карточку получаете. Пока вы не открыли ИП, у вас эти деньги копятся на вашем расчетном счету, на вашем номере, в лицевом счете, в вашем личном кабинете. Вот. И потом, открывая ИП, это все перечисляется на расчетный счет в банк. Ну, как вы поняли, компания вам помогает и спонсор. Компания представляет международный сайт, хранение, доставку, бухгалтерию, да, свой институт по исследованию кожи, ответственность за продукт, соответственно, акции, подарки, поездки, то есть все это, ребят, не ваша головная боль. То есть вам не нужно об этом думать. Все это делает компания. Вам, ваша задача организовать товарооборот. Для этого мы бесплатно обучаем в режиме онлайн как спонсоры. От спонсора вы получаете сопровождение, помощь в создании сети и поддержку 24 часа на 7, да? Что нужно сделать? Первое – это регистрация, ребят. Регистрация у нас стоит 149 рублей, но если вы в течение 21 дня с момента регистрации делаете заказ примерно на 3,5 тысячи рублей, то вам эти денежки возвращаются. Вот, даже если вы заплатили 149 рублей и не вернули их, ребят, ну, это небольшая плата за бизнес, да, за инвестирование в бизнес. После регистрации вы активируете личный кабинет, это обязательно, потому что только активизировав личный кабинет, ваш спонсор уже в вашу команду может регистрировать следующих партнеров. В течение 3 месяцев вам нужно обязательно сделать заказ, лучше это сделать в течение 21 дня, но если в течение 4 каталогов не сделаете заказ, вас удалят, ребят, и вся команда, которая уже под вами, она уже вашей не будет никогда. Вот. Проходят разные акции. Вот все это вы можете узнать в чатах. У нас есть в Telegram чаты, такой мессенджер,
Вы будете добавлены в командные чаты по бизнесу, по продукции, для новичков, для раскрутки, есть много. И там информация по всем акциям, подаркам, которые компания делает. Вот. И стартовая программа. Если вы в течение 21 дня сделали, как я уже сказала, заказ на примерно 3,5 тысячи рублей, вы получаете набор «Первый шаг» стартовой программы. Продукты бестселлера, которые всегда приятно, да, либо подарить, либо продать, либо пользоваться самой. На следующий каталог делаете еще такой же заказ, получается следующий, да, наборчик. И так 4 каталога подряд. Делая по 100 баллов бонус, это примерно 3,5 тысячи рублей, получаете набор подарков. Вот, поэтому каковы ваши первые действия после регистрации? Это сделать личный товарооборот. Ребят, чтобы остаться в системе, нужно делать любой заказ в течение 21 дня. Посещать вебинары, учиться, смотреть записи, быть активным в чатах, брать оттуда информацию, посещать планерки директора, менеджера, и быть постоянно на связи, задавать вопросы и учиться рекрутировать. Но все первые шаги вам даст уже после регистрации ваш наставник, ваш куратор, скажет, что делать, как это правильно делать. Не бойтесь, просто верьте, работайте по системе и поймите, для чего вы сюда пришли. У нас есть коуч-сайт-команда, где есть расписание, где есть первые шаги. Получите доступ к закрытой информации на этом коуч-сайте после регистрации. Итак, сделая вот эти простые действия, организовывая личный товарооборот, организовывая обучение и организовывая поток людей, вы получаете в результате финансовую независимость, растущий доход, бизнес, свой собственный бизнес, который передаете по наследству. И путешествуете, имеете совсем другое качество жизни. Директорская команда – это директор интернет-магазина, когда у вас товарооборот от 300 тысяч и выше команда. И вы получаете от этого примерно 10%, то есть 30 тысяч. Кроме этого, вы получаете $1000 премию, единоразовую, серебряный значок, банкет директоров раз в год, машину, либо деньгами автобонус получаете, либо машину Skoda Rapid от Volkswagen Bank в лизинг. И менеджерские конференции. Мы единственная компания, которая предлагает менеджерские конференции. Вот в этом году, в сентябре, наши партнеры едут в Болгарию. Поэтому, ребят, чем выше поднимаетесь по карьерной лестнице, чем более амбициозны ваши цели, тем больше плюшечек и приятностей вы получите. И вы видите, какие здесь выплаты, машины, чеки и совсем другие доходы, ребят, когда можно не только на хлеб с маслом заработать, но еще и с укорочкой, да, где-нибудь на побережье его скушать. Так что на самом деле вообще границ нету, границы только то, что вы себе, как скажем, запланировали. Да? То есть вы сами себе эти планки ставите. Смогу, не смогу, буду, не буду, хочу, не хочу. Вот. Поэтому, ребят, ставьте более амбициозные цели, поймите, для чего вы пришли, зачем вам это нужно. Найдите себя в этой карьерной лестнице, что вас мотивирует. Поэтому, ребят, чем больше ваша цель, тем больше энергии для достижения этой цели вам дается, и энергии будет больше. Поэтому, ребят, чем более низкая ваша цель, тем меньше энергии дается, и больше вот этих вот, более тяжело вам, да, то есть какие-то препятствия, какие-то трудности вы проходите намного сложнее. А чем выше цель, тем вы их с легкостью проходите и достигаете своей высокой цели, поверьте мне. Поэтому наша задача, ребят, что вы в ближайшие полгода стали директорами, вышли на уровень директора, потому что суть бизнеса – взращивание директоров. Вам компания за это будет платить, и нам компания за это будет платить 5% от вашего товарооборота. Вот. Поэтому директор – это самостоятельно, автономно работающий человек, товарооборот от, ну, где-то 250 тысяч за каталог и выше. Вот, если у вас две автономно работающих команды, два директора, уровень золотой директор, да, вы уже едете за границу отдыхать раз в год как директор. Мы уже с командой путешествуем. Первая наша поездка была в Сочи в прошлом году, в этом году это будет уже Болгария, в прошлом году был Кипр, в этом году круиз на Средиземном море. Поэтому, ребят, путешествие реальное, вы там можете быть, почему другие, а не вы. Поэтому, ребята, это и Сингапур, и Мексика, и вот Кипр,
Дубаи, Канары, Рим, Римини, Италия, Венеция, Флоренция. Очень много красот в мире, поверьте мне, там очень круто. В компании это все бесплатно. Вот. И буквально на днях мы узнали, что в 2018 году компания организовывает конференцию в Мадриде, в Испании. Кто, ребят, любит такую страну, как Испания? Кто хочет в Мадрид? Я хочу в Мадрид. Вместе с вами, ребят. Так что давайте путешествовать. Это возможно. В этом году мы едем в сентябре, либо в августе на конференцию на вот таких вот шикарнейших двух круизных лайнерах. Ребята, это 3 страны, 5 городов, 50-летие юбилей в Афинах, в Греции. Я там еще не была и очень хочу. Да, и уже жду с нетерпением. Вот, так что, ребят, если вы любите путешествовать, если вы любите путешествовать бесплатно, то добро пожаловать в наш онлайн-проект «Бизнес и красота». Заполняйте заявку на регистрацию, если вы еще не наш партнер. Получайте первые инструкции, ставьте цели и не останавливайтесь, не складывайте ручки, даже если что-то не получается. Вот дайте себе хотя бы, да, 200 дней, не делать выводы, а просто делать, делать и делать. Хотя бы 21 день, чтобы выработалась привычка, ребят. Вот, и тогда уже вы точно не остановитесь. Не знаю, Анют, когда будет золотая на лайнерах, это либо сентябрь, либо конец августа. Будет скоро уже собираться документы, анкеты, и более точно мы это узнаем. Поэтому, как сказал Роберт Киосаки, что самые богатые люди строят сети, остальные ищут работу. Поэтому мы сегодня много говорили о наемном труде, о разнице между бизнесом. Ребят, не надо искать работу. Вы уже в нужном месте и в нужное время, самое главное. Потому что сейчас, ну, интернет-индустрия активно только 5 лет развивается, ребят. Только 5 лет. То есть можно сказать, что вы в самом основании, вы в самом начале. Ребят, а что будет через 5 лет? А что будет через 15 лет? Представляете? Начав сейчас, вы не будете локти себе кусать через 5 лет и говорить, вот жалко, что я прошла мимо вот этого шанса, не увидела, не услышала, не раскусила идею этого уникального бизнеса. Поэтому, ребят, наш проект «Бизнес красота» вас ждет. Приходите, присоединяйтесь, вот, и будем расти вместе, путешествовать, зарабатывать, иметь качество жизни. Так что добро пожаловать в нашу команду. Спасибо, до встречи на наших вебинарах, в наших чатах.